Здравствуйте. Сегодня утром, 28 августа 2020 года, в Астраханской области на трассе Тамбов-Волгоград-Астрахань не смогли разъехаться отечественный ВАЗ-2115 и грузовой КАМАЗ. В результате сильного удара водитель легковушки получил смертельные травмы. Водитель КАМАЗа госпитализирован. Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Астраханской области, авария произошла на 1252 километре автодороги Р-22 Тамбов-Волгоград-Астрахань. По неустановленным причинам, столкнулись отечественный автомобиль 15-й модели, под управлением 46-летнего жителя Красноярского района, и грузовой автомобиль марки КАМАЗ, под управлением мужчины 1974 года рождения. От мощного удара КАМАЗ, перевозящий строительные материалы, опрокинулся на один бок, а от легковушки осталась лишь только груда металлолома. У водителя просто не было ни единого шанса на выживание. От полученных травм он скончался на месте. Как выяснилось, это житель Красноярского района. Водитель КАМАЗа получил сотрясение головного мозга и ушиб позвоночника. С места аварии его госпитализировали в отделение больницы. Причины столь жесткого столкновения пока неизвестны. Обстоятельства случившегося выясняются. Ведется проверка. Будьте осторожны и крайне внимательны на дорогах. О подозрительном движении автомобиля сообщите по бесплатному номеру телефона экстренной службы 112 или 102. Возможно, этим звонком вы спасете не одну жизнь. Всего вам доброго. Берегите себя. Всем пока.